Ребят, всем привет! Вы на канале Курышев Лайф. Я наконец-таки открыл сезон 2021, встал на сноуборд. Сейчас я вам расскажу, где я это сделал и стоит ли туда вообще ехать. А пока хочу сказать спасибо своим подписчикам, то, что лайкаете, смотрите, пишите комментарии. Мне это очень помогает и мотивирует дальше снимать видео. Вот это круто. Раздельный сбор мусора, это прям здорово. Молодцы. Ну, посмотрим, что там внутри сейчас. Как насчет масочного режима и все такое. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично, где-нибудь найдите меня. 34,5. Хорошая температура, сейчас буду греться. Спасибо. Итак, открыл сезон я в этом году в Канте. Кант успел напылить за те морозы, которые есть снег, и уже 7 числа я там катал. Два склона, 4 и 5. Стоимость подъема осталась та же самая, как и в прошлом году. Вы можете посмотреть на официальном сайте. Прекрасно напыленные склоны. Есть онлайн покупка и пополнение скипасов. То есть не обязательно стоять на холоде вверху в кассу. Можно внизу в теплой раздевалке ее пополнить. Раздевалка также прекрасна, можно оставлять свои вещи, недорогие, я имею в виду одежду. Я всегда, когда приезжаю, оставляю чехол и обувь внизу и иду дальше кататься, потому что переодеваться в машине не очень удобно. И считаю, что есть, когда есть такая возможность, лучше воспользоваться ей. Единственное, что очень много людей, много сноубордистов, лыжников, практически негде кататься, открыты только Степаново, Кант и, наверное, Крылатская, но я не уверен. И приходится выбирать из этого. Здесь вот вы увидите обзор на чехол для сноуборда с AliExpress. И сейчас я вам расскажу, что с ним стало спустя 2 года. Две поездки и две небольших поездки в Кант. К замкам вообще претензий нет. Все хорошо. Но вот в местах, где он соприкасается с землей, ткань очень тонкая. И вот уже первое отверстие. С другой стороны нет, я его так не ставил. И вот здесь вот брал за обе ручки, когда в автобусе вез. Здесь все нормально, по-моему. А вот здесь вот, смотрите, писец его. Так что крайне не рекомендую чехлы с AliExpress. Как бы они тут поначалу хорошо не выглядели. По поводу моего нового приобретения, это крепление Union Strata. Обзор вот здесь вот. Висят они у меня за стеной, я их опробовал, это на моем опыте, наверное, лучшее крепление. Сейчас я им даю оценку 10 из 10, той самой жесткости, которой нужно, доска прекрасно управляется, несмотря на то, что у меня 44 размер ноги, прекрасно в размер M садится ботинок.
И если все утверждают то, что 43-й размер ноги, он пограничный, и нужны уже крепления L размером, то по моему опыту 44-й является пограничным. Причем я мерил на эти крепления не только Salomon Synapse, в которых я катаю, а Vans'ы мерил. Они достаточно большие ботинки, объемные. И они тоже прекрасно садятся в это крепление. Десятого числа открывается Лисья гора. Это мой домашний склон. Я перехожу на него. В Кант мне очень далеко ездить. Согласитесь, чтобы покатать 2-3 часа, ради этого 2,5 часа в одну сторону и 2,5 часа в другую, это достаточно утомительно. Причем, что на автомобиле, что общественным транспортом. В Москве, к сожалению, такая вот логистика. И ехать, допустим, в Степаново, где более протяженный склон, тоже мне приблизительно так же, объезжая даже все пробки по окрестным каким-то дорогам. Так что жду открытия Лисьей горы. И как бы я там ее не рассказывал, что она никогда не меняется, ну, к сожалению, в наших нынешних условиях придется довольствоваться тем, что есть. В этом году я собирался поехать либо в Розу Хутор, либо в Хибины. Хибины, к сожалению, закрыты сейчас на данный момент. То есть информации по открытию нет вообще. А Роза Хутор, там есть одно но. Вроде недорогие билеты, скипас можно купить со скидкой. И логистика там достаточно доступная. Но стоимость жилья в этот раз просто в разы взлетела. Наверное, я не знаю, раз в 10. Потому что сейчас кровать в общем номере на 4 человек с общим душем, туалетом и лаунж-зоной стоит на там, 5 ночей 17 тысяч рублей. То есть, ну, космически вообще все. У меня есть еще надежда поехать в Шерегеш, но я немного не понимаю по поводу логистики. Прилетаю я в Кемерово, а дальше непонятно. Еду я один. Трансфер из Кемерово в Шерегеш стоит 4000 рублей. И, ребят, напишите в комментариях, есть ли какая-то возможность доехать на автобусе либо каком-то на локальном трансфере, при этом не оплачивая такие бешеные суммы туда-обратно. Потому что я смотрел автобус, который ходит от центра города до Шерегеша, ходит в 7 утра, самолет прилетает в 6, и, ну, согласитесь, не состыковка какая-то просто, ну, вот, попробую Шерегеш, если получится, да, поеду. Я продолжаю входить в сезон, ждите моего видео с Лисьей горы, это буквально будет через неделю. Если понравилось это видео, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на канал. Всем, ребят, спасибо. Пока-пока. Пока. Пока.